Дорогие друзья, приветствую вас. Вы часто меня спрашиваете, как называется та или иная карточная сменка в моих видео. Поэтому сегодня я решил рассказать вам о своих любимых карточных превращениях. Как они называются, как я им обучился и где можно приобрести обучение этим эффектам. Но прежде чем мы начнем, если вам нравится контент этого канала, немедленно жмите на соответствующую кнопку под роликом. Если вы еще не подписались, подписывайтесь и сразу же приступайте к просмотру. Карточные превращения помогают украсить ваши фокусы. Но основная масса карточных сметок, используемых иллюзионистами, уже давно устарела. Интернет позволяет нашему искусству стремительно развиваться, и нам не стоит отставать. Обновлять свой репертуар жизненно необходимо, это касается и карточных сменок. Я никогда не выискивал карточные сменки специально. Просматривая разные видео, я натыкался на те или иные превращения, которые меня цепляли с первого взгляда. После этого я приступал к поиску их названия и обучения. На результат моих поисков мы взглянем прямо сейчас. Первая сменка, о которой мы поговорим, уже известна подписчикам этого канала. Сменка картине. Раньше я не уделял ей особо внимания, потому что мне не нравилось очищение от сменившейся карты. Но после того, как я увидел обучающий семинар Тони Ченга, где он использует эту сменку, она делает немножко другое очищение. Я пересмотрел свое отношение к этому эффекту. Я оттренировал этот элемент, сменка стала выглядеть современно, эффектно и гордо вошла в мой репертуар, заняв последнее место в списке моих любимых карточных сменок. Особенно мне нравится делать ее медленно, на мой взгляд, это улучшает эффект. Catalyst Change by Joe Greenwich. Она просто прекрасна. Это моя любимая сменка, в которой в руках у фокусника находится только одна карта. За счет того, что карта находится в изоляции от колоды, сменка выглядит еще более невозможной для зрителя. Еще мне нравится тот факт, что карта полностью открыта за мгновение до очень красивой и визуальной смены. Автор принял решение все заработанные деньги с продажи этой карточной сменки отправить Институту ненасилия имени Ганди. Это институт, студенты которого учатся принять принципы ненасилия в своей жизни, чтобы избегать конфликтов. Я, к сожалению, понял, как ее делать самостоятельно, пересмотрев видео несколько раз подряд. Но если вы хотите ее выучить, приобретайте обучение по ссылке в описании и поддержите автора в его благих целях. Это еще одна сменка, которая нашла свое место в моем сердце. Меня подкупила чистота ее техники. Вы просто кладете одну карту между двух других, и она вмиг меняется прямо на ваших глазах. Эта сменка очень практична, и ее смело можно использовать в работе. Особенно сильно она заходит, когда зритель сам своим пальцем прикасается к карте. Не каждая из карточных сменок, которые мы разучиваем, может быть использована нами во время выступления. Как правило, большинство из сменок мы учим либо для того, чтобы удивить наших коллег на каком-нибудь конгрессе, или для видео. В этом нет ничего плохого, главное это понимать, но эта сменка хороша в обоих случаях. Еще мне нравятся любые ее вариации, такие как, например, морф. Выглядит просто шикарно. Огромное спасибо Патрику Куну за эту замечательную сменку, а обучиться ей вы можете в его DVD-проекте под названием Petrified. Ссылка будет в описании. Авторство следующей сменки принадлежит знаменитому фокуснику Крису Брауну. Называется эта сменка Dr. Manhattan Change. Я очень люблю эту сменку и любую ее вариацию. Простота исполнения и визуальность подкупили меня с первого взгляда, но прежде чем ей обучиться, нужно уметь делать двойной подъем Стюарта Гордона. Если хотите, дайте мне знать в комментариях, и мы это устроим. А самой сменке можно обучиться, пройдя по ссылке в описании. Эта сменка, как вы могли заметить, появляется в моих видео чаще всего. Я впервые ее увидел в инстаграме Патрика Куна и незамедлительно влюбился в этот эффект. Обучался этой сменке я самостоятельно, просто пересматривал ее много раз подряд и пытался понять, каким образом она делается. Однако позже я узнал, что Патрик Кун обучал этой сменке в своем DVD-проекте Share the Love. В одном из вариантов исполнения фокуса, посвященного Дню Святого Валентина, он использует этот прием и обучает ему, поэтому если вы хотите ему научиться, приобретайте этот продукт. Особенно мне нравится делать смену цвета колоды, используя это движение. Хореография этой техники придает сменке современность и эффектность, поэтому я ее смело могу назвать своей самой любимой на данный момент.
На этом все, друзья. Именно так выглядит список моих самых любимых карточных сменок на данный момент. Спросите меня через год, и, возможно, он будет совсем другим, но пока это так. Очень надеюсь, что это видео оказалось для вас познавательным и интересным. Обязательно напишите мне в комментариях, какие карточные сменки вам нравятся больше всего и над какими вы работаете в данный момент. Давайте делиться нашими знаниями и опытом, чтобы повышать общий уровень мастерства. Ну а если вам понравилось это видео, жмите на соответствующую кнопку под роликом, рассказывайте о нем вашим друзьям, подписывайтесь на канал, и мы непременно увидимся с вами, знаете когда? В следующий раз.